Неподалеку от Сапун-горы севастопольские спасатели нашли советский самолет с останками тел членов экипажа. Находку времен Великой Отечественной обнаружил один из местных жителей. Вызвал пиротехников, которые в процессе обезвреживания взрывчатки по инструкции осмотрели территорию и нашли то, что нашли. Давайте его отсюда возьмем, а вы потом... Давай, мы приподнимаем это снизу. На глубине порядка 3 метров пиротехники нашли детали боевой машины. Долгое время их очищали от толстого слоя земли. Во время раскопок спасателям попадались части обшивки и каркаса самолета, алюминиевые оплавки и шарниры. Есть предположение, что в момент падения самолета летчики не успели катапультироваться. Специалисты это поняли, обнаружив в кабине кольца для раскрытия парашюта и пряжки от него. Сама машина сильно повреждена из-за пожара. В пепле спасатели нашли личные вещи членов экипажа, пряжку ремня с изображением серпа и молота, складной нож и чьи-то карманные часы. Были найдены и части приборов самолета. Во время поиска саперы, помимо уникальных находок, обнаружили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной. Работы продолжаются в связи с тем, что боеприпасы продолжают находиться. Данная информация была передана в Государственный музей обороны и освобождения Севастополя. И в ближайшее время запланированы совместные работы по извлечению уже оставшихся конструкций. Сотрудники МЧС и эксперты попытаются идентифицировать найденные вещи. Надеются, что по заводскому номеру двигателя самолета узнают историю, в каком полку числился самолет, кто им управлял и когда авиасудно потерпело крушение. Возможно, такая находка пополнит историческую сокровищницу Крыма и историю Великой Отечественной. Анастасия Калугина, служба новостей ТВ, Севастополь.